Какое-то время планета Сера жила иллюзией мира. Настал день вторжения. Со временем отчаянная оборона рухнула. Погибли миллиарды. Но люди так и не подчинились. Они уничтожили свою цивилизацию. Теперь долгая борьба с более сильным врагом дошла до самой последней точки. Ты что тут делаешь? Освобождаю. Вот, надевай, пригодится. У тебя будут большие неприятности. Нет, не будет. Все изменилось. Ладно, пошли. А другие заключенные? Нельзя их здесь оставлять. Их нет. Хоффман всех помиловал. Ты в этом уверен? С возвращением, солдат. Черт. Пошли. Два варианта. Вернуться, как я шел, через комнату охраны. Долго, зато верно. Или же двинем через камеры и ввяжемся в драку. Выбирай. Пойдем через охрану. Мне нужно ноги размять. Звучит неплохо. Я прикрою. 6-4, я Дельта-2. Мы в пути. Прием. Вас понял. Сейчас выдвигаемся. 6-4 на позиции. Ракета пошла. Эй! 6-4, я Дельта-2. Стоп, огонь. Мы в здании тюрьмы. Прием. Вас понял. Стоп, огонь. Меняйте диспозицию. Если в штабе узнают, что я пришел за тобой, я влип. Давай, пошли. Эй, нажми на кнопку, чтобы открыть дверь. Еще один. Ладно. Ну, ты же хотел размяться. Так тут самое место. Класс! Что они там делают? Группа «Виктор». Ведут зачистку. Нужны еще вертолеты. Укрытие! Пехота под шквальным огнем. Враги по всем направлениям. Вас понял. Вызываю подкрепление. Прием. Маркус, башня! Перегнись! Черт, это дверь станеров. Надо нажать кнопку и бежать. Thank you.
класс. Что за хрень творится в этой тюрьме? Тебе лучше не знать. Маркус, возьми гранаты. Неплохо. Четыре, идем в вашем направлении. Прием. Вас понял, зачищаем зону эвакуации. Маркус, они вырезают дверь. Спасибо тебе. Один стоп. Валим отсюда. Дельта один, я Дельта два. Готовы к эвакуации. Прием. Понял. Противник здесь, он здесь. Прием. Я их вижу. Мы летим. Там еще справа в 2 километрах от вас! Задержите! Прием! Отставить! Можем накрыть только одну цель! Прием! Вы нам нужны! Никак нет! Никак нет! Мы тоже под плотным огнем! Прием! Противник! Давай! Давай! Вот дерьмо! 6-1 на связи! Я задет! Я задет! Теряю! Убра... 6-1 сбит! Повторяю! 6-1 сбит! Отмена задания! Повторяю, отмена задания! Эвакуируем группу Дельта! Дельта, под землей что-то движется. Прием! Тоже вижу 6-1! Так чего мы ждем? Откуда мне знать? Маркус, драпаем к ворону, ну! Ну-ну-ну! Площадь Эмбри. Полковник Хоффман нас ждет. Хоффман? А, черт. Будет очень круто. Эй, ты тот самый Маркус Феникс? Тот самый, что воевал под Аспо? Да. Ух, круто! Не особо. Такой предатель, как ты, недостоин носить форму. Похоже, любая помощь не будет лишней. Отойди в сторону! Лейтенант, у меня хорошие вести. Мы хотим покончить с войной раз и навсегда. Ну да. Сенсоры засекли движение противника, сэр. Близко. Саранча! Укрытие!
нас есть световая бомба! Я уничтожу их одним махом! Но она не сработает без корректировки! Вот зачем нам нужен резонатор! Он просканирует туннели, и мы атакуем поганцев в их же норах! Вы достали! Сверху! Мы потеряли связь с Альфой! Последний сигнал с площади Эмбри! Проберитесь туда, найдите этих людей и включите резонатор! Поддержка с воздуха будет? Что? Ты шутишь? Вы и есть поддержка! Еще два! Немацисты не подпускают вертолеты! Доберетесь пешком! Влипли. Все чисто! Лейтенант будет снабжать вас данными! Да, сэр. И сейчас самое умное — уходить. Ну, выполнять! От тебя я жду отдачи в 110%, Феникс! Я делаю это не ради вас. Еще враги! Укрытие! За счет заведения. Удачи, Дельта. Вверх по лестнице. Альфа нас ждет. Ну что, брат, понеслась. Помнит руки? Сейчас проверим, а? Берите жетоны. Потом отправим родным. Помянем мертвых. Личинки! Это Дельта. Мы видим группу Альфа. Похоже, все мертвы. Резонатора нет. Вас поняла, Дельта. Ищите. Я открою дверь.
У меня есть код. Надеюсь, там не Рохас. У него сынишки 2 года. Ну, может, это Альфа? Жетонов нет. Это и есть резонатор? Нет. Что теперь? Пошли за резонатором. Маркус. Что скажешь? А что сказать? Может, Альфа, а может, там засада саранчи. Есть только один способ узнать. Он идет из дома суверенов. Наша цель — дом суверенов. Вперед! Марш!